Всем привет, это Shark Sim, и сегодня мы с вами будем строить тюрьму. Приятного просмотра в ускоренном режиме. Yeah.
Тюрьму, и давайте мы приступим к ее обзору. Только сперва давайте посмотрим, как у нас все находится понаружи. Вот так вот у нас она выглядит. Со всех сторон у нас стоят башни смотровые, чтобы можно было наблюдать за этими нашими тюремщиками. Сверху у нас вертолетная площадка. Это для особо у нас опасных преступников, которых нельзя перевозить наземным транспортом. Ну и, естественно же, сам полицейский участок. Вот он у нас так, с такой вот звездой, входом, деревья, все, в принципе, так цивилизованно сделано. Есть почтовый ящик, потому что это у нас как жилой будет участок использоваться. Так, дайте я немножко припущусь. Так, сейчас, секундочку. Вот это у нас с вами зона как приема. Ожидание даже, я бы сказала. Стоит полка с журналами, есть банкомат, но он еще не подключен, потому что здание абсолютно новое, кофеварка, ну, будем так считать, что она еще и дает и просто горячую воду, напитки, холодильник, и булочки, пирожные, и все в этом роде. Даже есть табличка какая-то для заметок. Так,
Давайте мы с вами сначала поднимемся в комнату... в комнату шерифа самого, даже не знаю, как сказать, агента шерифа. Это уже как вашей будет душе угодно. Вот мы поднимаемся на второй этаж. Чтобы люди туда дальше не ходили, сразу дверь, прямо дверь около лестницы, это его кабинет. Кабинет простенький, в принципе, вы видели все эти предметы, если открыть отладку. И там сразу есть обставленная комната. Я не буду юлить, я просто ее взяла, поставила и чуть-чуть поменяла, там буквально подвигла предметы, чтобы они мне не мешали около окон, где мои окна, и все. В принципе, потому что я подумала, что это не очень значимая комната. Так, и в принципе получилось очень даже неплохо, не дурно. Так, видим с вами далее. Давайте мы сначала посмотрим его комнату саму, где он будет у нас жить. Комнату я сделала такую уже более домашнюю, уютную по сравнению со всей мой там. Увидите ее сейчас чуть-чуть. Вот тут наша симка спит, правда. Вот. Здесь у него есть гардероб, тумба, все. Как бы, в принципе, здесь ничего больше нету. Ему уже надо просто здесь поспать, так немножко отдохнуть. Может быть, книжку почитать, и там может пойти в свой кабинет. Так. И вот здесь у нас с вами ванная комната. Ванную комнату я уже сделала. Сейчас я встану вот в эту точку. Она будет лучше видна. Ванная комната у нас сделана. Поставила я и джакузи, чтобы можно было прорелаксировать после тяжелого долгого дня. Повесила два халата, вдруг к нему кто в гости придет, если это у нас будет мужчина там или женщина, без разницы. И с другой стороны, на стенке все я уже повесила конкретно, расположила у нас все, что необходимо. Это и душевая кабина, и раковины, и сам туалет. Туалет я спрятала за двумя перегородками. В принципе, мне показалось, так он будет как-то отделен, спрятан и не будет особо бросаться в глаза. Вот. В принципе, как видите, ванная не очень такая нагроможденная, хотя и большая. Так, и все. Мы с вами посмотрели весь этот этаж. Давайте мы с вами будем следовать, как ведут у нас преступника. Вот мы приходим. Вот здесь у нас стойка регистрации. Вот здесь у нас сидит наш мужчина или женщина, без разницы. Вот там, кстати, значок. Какие-то тоже, смотрите, файлы с делами. Камера обязательно, чтобы следилась, лампочка, что вдруг кто-то убежал. Вот здесь у нас с вами лавочки тоже преступникам или задержат. Господи, кого задержали? И вот здесь у нас уже непосредственно идет, кого будет у нас сниматься, отпечатки пальчиков, снимки и так далее. Данную процедуру мы прошли и проходим в дверь, которая у нас на замочке. Проходим и вот здесь еще раз проходим. И здесь у нас еще идет типа маленького офиса, но это у нас не простой кабинетик. У нас это кабинет с допросами. Здесь им будет читать дела, смотреть, что там у нас происходит за окошком. А за окошком у нас просто серая комната, стол, два стула и по факту им кажется, что зеркало. Но здесь у нас расположены две камеры, которые у нас будут записывать весь разговор. Трудом сознается кто. В страшном деле. И дальше мы с вами ползем. Продвигаемся мы с вами вот в такой коридор. Да, здесь все бетонное, здесь больше ничего такого нету. И давайте с этой стороны сначала посмотрим. Здесь у нас комната встреч. Вот, она большая, много столов, много стульев для двух человек, для четырех человек. И вдруг ему семья пришла. Сделала я ее уже такой, стены голубенькие, более... было, что приятно. Тоже камеры со всех углов, чтобы можно было за ним следить. Нашими незаконопослушными людьми. И теперь мы попадаем в саму нашу тюрьму. А вот и наша тюрьма. Окна я взяла тоже, как будто бы они с решетками.
Вот такая у нас тюрьма. Поставила я и футбол, и шахматы, чтобы хоть как-то можно было развлечься. И давайте начнем вот с этой первой двери. Здесь есть две двери, которые они сами могут пользоваться. Все нормально. Это у нас тут библиотека. Здесь просто полки и диваны. Даже нету столов. И часики я повесила. Так. Потом. Да, обоев нигде не использовала, потому что... А вдруг он оторвет и кому-нибудь записочку перешлет. Хитрые такие. И вот здесь у нас с вами сам туалет уже с душем находится на первом этаже. Вот здесь у нас с вами душевая кабина. А с той стороны у нас уже идет непосредственно сам унитаз. Вот. Тоже тюремный. Мне кажется, получилось очень так. Как в тюрьме. Я по сериалам. Я сидела по сериалам. Так, вот здесь у нас, я вот так вот это иду покажу. Обеденная зона. Вот если так даже посмотреть, вот там идет у нас такое окошко, где будут им подавать еду. Я не знаю, правда, будут они так подавать или нет. Может так или нет будет. Ну, сам факт. И вот тут у нас уже с вами идет сама кухня. Кухню я уже сделала более цивилизованную для такого повара, который будет им готовить еду, оставлять, и они будут брать, накладывать, типа, взял, пошел, иди дальше. У него есть также обычная дверца. Это обычная дверца проходит у нас в кладовку. Но вдруг каким-то образом проскочит, если заключенный, то отсюда он в любом случае не выйдет. Потому что здесь опять у нас с кодом дверь. И здесь у нас уже я расположила такой маленький сад. Ну, надо же маленькую зону для повара, где надо отдохнуть, подышать свежим воздухом, чтобы птички летали. Хоть какое-то зеленое пятнышко, можно так сказать. Ой, у меня стеночки не покрашены. Так, и да, я использовала смесь кирпич, он мне так понравился, он такой реалистичный, вообще просто это... Фантастика. И идем далее. Так, выходим. Ну, давайте вот так. И здесь у нас трубы. Давайте мы с вами, наверное, поднимемся на второй этаж. Я сразу покажу у нас наши камеры. Ну, буду показывать вот так. Потому что по факту эти камеры можно даже не заходить. Там ничего нету. Там просто у нас кровать и... полка. Ну, не полка, а лавочка. Вот с этой стороны они могут все обитать, заходить, потому что использована калитка. Вот тут. Везде вот здесь использованы калитки. А уже с обратной стороны использованы именно решетчатые двери. Если у вас, конечно же, будет профессия детектива, вот, то вы, конечно же, сможете вот теми решетками пользоваться, и все будет хорошо. Но пока что я сделала только так. Ну, два варианта. Так и так. Вот. Давайте спустимся вниз и посмотрим наш двор. Вход тоже. Двор. Закрываются у нас здесь двери. И вот тут у нас двери закрываются. Все как надо. Вот здесь у нас они идут вот так, поворачивают и выходят в свой двор. Здесь у них лавочки, где они могут посидеть, и круг, где они ходят. Вот так по кругу. Топ-топ-топ-топ-топ. Сделала я еще лавочки с вот такого образа двойные. Вот. Давайте вот, так, вот эти вот, они как бы двойные у нас. И сделала баскетбольную площадку. Нормальную, полноценную баскетбольную площадку с двумя колечками. И все, вот наша тюрьма. Но он, так как эта тюрьма строилась у нас для прохождения нового челленджа, ну даже не челленджа, а проекта мы с Екатериной сделали. Кстати, эту тюрьму я строила для Кати Свон. Так, давайте мы спустимся. Спуститься дальше нельзя. Вот видите, вот это я режим этапа очень не очень люблю.
Вот, спустились мы. И давайте мы с вами теперь пройдем. Так. И там у нас будет суть такая, что симы будут проходить различные испытания. Вот тут вот будет комната для испытаний. Вот они. Раз, два, три комната. Четыре, пять. Вон там шестая комната. И на выбывание. Те, кто выбывает, по итогу тот погибает. И тот, кто погибает, у нас помещается в наш такой маленький склеп. Вот в этот. Вот тут уже даже есть у нас черепушки. И вот здесь вот они у нас будут сидеть, жить, доживать свои, погибать. Не знаю. Так, выходим. Давайте мы выйдем. Давайте я вам покажу вот эту зону. Она мне очень нравится. Эта зона у нас такая, как отдельный мирок. Мне она безумно нравится. Я не знаю, почему она такая получилась, действительно, как за счет зеркал оно получилось как будто бы безграничное. Вообще безграничное, безграничное, безграничное такое. И трава, и рыбки вон плавают, и вообще все замечательно. Вот. Так что спасибо, что были со мной. Ой. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, подписываемся на канал Кати, я ссылочку в описании оставлю на ее канал тоже. И будем следить, мы, как у нас она будет играть в этой зоне. Кстати, вот тут я еще забыла сказать, здесь у нас есть с вами еще автостоянка. Кто-то машину так уже кинул, вообще беспредельщики. И вот тут вот у нас с вами 6 машин. Вот, поэтому... Нет, потому что это может быть не важно. Вот, так что ставим лайки. Подписываемся на мой канал, вступаем в мою группу ВКонтакте. Также все это же делаем с каналом Екатерины, нашей Кати Спон. И вступаем в ее группу. Очень приятная девушка, постоянно у нее проходят стримы, очень, кстати, веселые, жизнерадостные, вот, так что спасибо, что были со мной, ставим лайки, пишем комментарии, понравилось вам или нет, и также предлагаем свои идеи, что вам еще построить, вот, мне будет очень приятно и постараюсь реализовать ваши мечты. Данная тюрьма тоже будет скинута на скачку, она будет в группе моей в ВК, но она будет чуть-чуть попозже, после там, не знаю, просмотров 20-30, я ее скину. И, пожалуйста, если вы ее будете использовать на своем канале, указывайте ссылку на видео моей постройки, и либо же... Ну, не либо же, а говорите, кто постройку данную сделал, мне будет очень приятно. Так что еще раз всем спасибо и всем пока-пока.